Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала, с вами Нестягин Олег. А сегодня, как обычно, о необычном. Сегодня мы посмотрим, что на этот раз я обнаружил по Google карте необычного и удивительного. А рассмотрим мы сегодня Чили. Как видите, я уже приготовил определенное количество меток для вас. И начать я хочу с метки под названием дыры. Давайте покажу, что это за дыры такие. Вот в этом месте, разглядывая Google карту, обнаружил просто гигантское количество вот таких вот отверстий. Да, первая мысль у меня была, что-то здесь бурили и оставили такие вот следы. Но при более детальном просмотре я увидел то, что все эти дыры, отверстия, как вам удобнее, они имеют разный диаметр. Есть маленькие, есть побольше, есть вообще огромные. И также непонятно, откуда эти дыры здесь взялись и для чего их делали. Давайте рассмотрим более детально эту местность. Вот посмотрите, как они выглядят. Некоторые, как мы видим, засыпанные. Многие, как видите, еще с отверстием, то есть не засыпанные. Это отчетливо видно по Google карте. И знаете, вот таких вот отверстий в горах я обнаружил огромное количество. Не только в этом месте. Также рядом огромное количество заброшенных карьеров, отвалов. Видно следы от выборки верхнего слоя. Посмотрите, какое огромное количество дорог. Просто в гигантских масштабах сняли верхний слой почвы. Может быть, да, вот эти вот дыры, это следы от бурения, может быть, какая-то геологоразведка здесь проходила. По какой-то определенной сетке расположены. Где-то их больше, где-то их меньше. Не знаю, по какому принципу это бурили и для чего, к сожалению, я не знаю. Пишите свое мнение в комментариях. Что это за дыры такие вот в земле и для чего их создавали? Геологоразведка это или что-то другое? Вот посмотрите, какое их количество. Фантастика, не правда ли, дорогие друзья? Ну а мы давайте к следующей меточке. Что тут я еще интересно увидел? Под вопросом. Ага, такие следы я вам уже сейчас только показал. Как видите, и здесь небольшой холмик отрабатывают. Но как я не пытался здесь увидеть технику, которая копает это все, я не увидел. Вот только следы остались. Насколько это старые карьеры, я не знаю. Также информации нету по этому поводу. Так, ну мы давайте дальше посмотрим, что тут интересного я наглядел. Так, меточка под названием Овал. Вот здесь странный геоглиф, рядом с такой же дырочкой в земле. И фотография есть, по которой можно уже более детально рассмотреть, что же это за овал. Вот так он выглядит по фотографии. Как видите, место это безлюдное. Кто нарисовал этот овал и для чего, также не ясно. Да, и здесь отверстий в земле, как видите, немало. И все они также разного диаметра. От малого до более огромных. Очень-очень странно. Не правда ли, дорогие друзья? Что это за дыры такие? Так, ну а мы давайте еще посмотрим, что тут интересного можно увидеть. Ага, вот эти координаты мне прислал Максим Носов, постоянный подписчик канала. Очень много мне чего интересного и необычного присылает. Так, вот в этом месте руины интересные. Давайте парочку фотографий посмотрим. От строений практически ничего не осталось, только основания. Скорее всего, уже реставрированные. Также руины более современные. Стены из обычного кирпича или, скорее всего, это бетонная заливка. Ну и на горе, как видите, геоглифы. Их не только по фотографии видно, но и по Google карте. Вот так эти геоглифы выглядят. Есть геоглиф в форме стрелочки от часов. Странные рисуночки. Можно даже и фотографии посмотреть. На них мы отчетливо видим каких-то животных. Таких рисунков здесь огромное количество.
Даже можно какую-то птицу разглядеть или чудовище непонятное. Вот такие вот геоглифы. Да, меня всегда радуют фотографии, по которым мы можем более детально все это рассмотреть. Так, ну мы давайте дальше по меточкам, что тут интересного. Также меня очень поразил это вынос темной породы с гор, которая оставила вот такие вот следы. Также очень необычно и фантастично выглядит. Не правда ли, дорогие друзья? Как так равномерно все это вынесло и оставило вот такие вот следы. Вот здесь еще один карьерчик и отвалы. Теперь давайте посмотрим внимательно на эти отвалы. Как видите, также просыпает все слоями. А дальше через несколько лет, может быть лет через 50, все это водной эрозии размоет. И получатся цветные горы, только, конечно, более в мелком масштабе. Вот здесь странные следы. Также я не понял, что это такое может быть. Тоже, скорее всего, что-то добывают. Хотя, не похоже что-то на добычу. А вот что это за дороги, к сожалению, я так и не догадался. Ну и, как видите, информации здесь нету. Хотелось бы услышать также и ваше мнение, что это может быть. Что это за сеточка такая вот странная? Похоже на трещины. Фантастично выглядит. Что я могу сказать? А мы дальше давайте посмотрим, что тут интересного можно увидеть. Так, под вопросом. Ага, это те же самые дыры. Просто эту метку мы не рассматривали. Вот по ней более отчетливые снимки, которым мы можем рассмотреть, как они выглядят. Знаете, такие вот вороночки небольшие. Даже в некоторых можно увидеть вот такие вот крестики. Да. Вот здесь более большие вороночки. Как и говорил ранее, то что они все разного диаметра. Вот посмотрите, насколько много вот таких вот дыр в земле. Это сколько работы надо, чтобы вот пробурить такое количество. Практически все вот эти вот горы, они все издырявлены. Так. Меточка под номером 6. Ага, еще одни карьеры. А также на таких вот небольших холмиках те же самые дырочки можем увидеть. Надо лишь более внимательно рассматривать все это. Вот посмотрите, как они выглядят. Знаете, на лунные кратеры похоже. Так, ну мы дальше по меткам посмотрим, что тут еще интересного. Так, меточка карьеры. Ага, вот здесь также интересное место обнаружил. Посмотрите, как здесь все перекопали. Весь верхний слой почвы снят. Не знаю, что тут делают и что добывают. К сожалению, я, знаете, не специалист по карьерным разработкам. Но то, что здесь работают и верхний слой почвы снимают, это отчетливо видно. Так, ну мы дальше по меткам. Так, еще одни геоглифы рядом. Давайте их рассмотрим. Да, по Google карте, конечно, их плохо видно. Но чтобы более детально их рассмотреть, можно посмотреть фотографии. Да, как видите, их не так уж хорошо и видно. Геоглифы эти созданы методом небольшого углубления на такое вот песчаное равнение. И как видите, не только меня они заинтересовали. Уже здесь побывали путешественники, пофотографировали все. И вот благодаря им мы можем разглядеть более детально. Вот здесь крестик какой-то необычный. Да, чем больше
изучаешь, больше начинает появляться загадок и непоняток. Так, ну а мы дальше. Это давайте приподнимем все над картой. Посмотрю я меточки, которые вам приготовил. Так, и выберем одну из них. Давайте начнем с отвалов. Я уже не помню, показывал я вам вот этот именно отвал или нет. Вот посмотрите, как он интересно и фантастично выглядит. Похоже на столовую гору. А рядом солончак. Знаете, такое ощущение, что здесь выкопали и отработанную породу рядом высыпали. Не правда ли похоже? Рядом что-то похоже на отвальчики. Знаете, на такие вот гигантские коровьи лепешки больше похоже. Ну да, нам ученые скажут, что это из-под земли выдавило. Но у меня такое ощущение создается, что это сверху что-то вывалили в жидком состоянии. Таких отвалов здесь, знаете, также немалое количество. Давайте еще парочку вам покажу, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот, к примеру, отчетливо видно, как между гор вывалили какую-то жидкую массу. Посмотрите, как это отчетливо видно. И знаете, это не похоже, что это выдавило из-под земли. Это больше похоже, что это высыпали сверху. Даже не высыпали, а вылили. Вывалили, вернее. Эту массу в жидком состоянии. И она вот так вот растеклась и приняла вот такие вот формы странные. Фантастика, что я могу сказать. Рядом что-то похожее также на отвал, который также вывалили в жидком состоянии. Давайте я вам еще одно место очень интересное покажу. Так. Вот в этом месте также обнаружил вот такие вот кучи, похожие на коровьи лепешки, только, конечно, гигантские. Вот еще один отвальчик. Рядом что-то похожее. А вот здесь вообще фантастика. Посмотрите, как похоже, что как будто земля раскрылась и из-под нее вылезла гора. Посмотрите, как это похоже. Да, конечно, это я фантазирую. Но что-то в этом есть. Похоже очень. Как будто двери раскрылись. Не правда ли? Также рядом фотография очень-очень интересная. Посмотрите, как горы эти выглядят. Это просто огромная куча крупнообломочных камней. А рядом обычные горы. Посмотрите, какой они плавной формы. Поэтому я и говорю то, что это отвалы. Это искусственные горы. Но нет же, нам же скажут то, что это выдавило из-под земли. Ну, каждому решать самому, конечно, что это такое может быть. И вот таких отвальчиков здесь, как я ранее говорил, огромное количество. Вот такие у меня наблюдения, дорогие друзья, по Чили. А на этом я думаю закончить этот видеоролик. И надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.